Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С сегодняшнего дня я планирую начать серию прохождений игры Gran Turismo. Вот. Долгое время, значит, я был просто наблюдателем. Несколько лет у меня уже есть канал на YouTube, но я ничего не выкладывал, я только смотрел. Вот, но недавно меня заинтересовала тема Gran Turismo. Я решил найти прохождение, русскоязычное, подчеркиваю, прохождение первой части этого гоночного симулятора, но как-то на YouTube я не смог найти ничего стоящего, подходящего. Да, есть забугорные, буржуйские, так сказать, но вот что-то русичи не хотят делать прохождение. Вот, ну и что, решил, раз уж нету, значит, надо самому начать, так сказать, положить дорогу, вот, стать первопроходцем. Ну и, соответственно, никогда раньше я этим не занимался, летсплеями, прохождениями, поэтому по мере нашего с вами прохождения вы отписываетесь, комментируете, может быть, какие-то предложения свои выносите. В общем, будем вместе идти по ступеням прогресса, эволюционировать, и надеюсь, мои видео станут интересными, интереснее. Вот, и вместе, в общем, мы будем их совершенствовать. Ну, значит, играю я на эмуляторе EPSX версии 1.08, в европейскую версию игры, но переведенную на русский язык. Вот, соответственно, километраж будет в километрах, скорость, в смысле, потому что на американской версии там в милях, мне это не очень нравится. Вот, ну что еще, играю я на джойстике Defender Game Racer Turbo GT. С виду он похож на PlayStation-овский, но отличается худшей чувствительностью. Поэтому ну, могут быть проблемы с управляемостью небольшие. По крайней мере, поначалу, пока я не привыкну. Что еще? Что еще? Значит, сразу прошу прощения за качество картинки, потому что, как выяснилось, мой компьютер слабоват уже для, даже для эмулятора первой PlayStation. Не тянет в высоком разрешении с четкими текстурами сразу и запись, ну и как бы воспроизведение непосредственно мой компьютер. Поэтому пришлось, я целый день настраивал эмулятор, потом качество трансляции в Open Broadcaster. Вот, и пришел к выводу, что надо жертвовать качеством, дабы не страдала скорость и было все без лагов и, ну, в общем, гладко шло. Поэтому приношу свои извинения. Вот, компьютер у меня старенький, ему уже 8 лет, поэтому и хорошо, что и так тянет. Так, ну что, наверное, приступим, хватит уже болтать. Вот, значит, перед нами первая часть замечательной серии игр Gran Turismo. Она была выпущена для PlayStation 1 в 97 году, в конце 97 года. И чуть позже, это в Японии, чуть позже она вышла, в начале 98 в Европе и Америке. Значит, отличается она, на тот момент отличалась реализмом, конечно, своим поведением машин на трассе,
ну как, геймплеем. Вот, у нее был довольно-таки глубокий геймплей, проработанный, очень много машин. Одной из отличительной особенностью, как вот сейчас мы прочувствуем, это является вот пунктик вот этот лицензии. Их три у нас штуки. Начнем мы сразу проходить лицензии, ну и попутно я расскажу о особенностях. Значит, были даны вот такие вот права, сдача прав. Без этого, если не сдать лицензии, мы не имеем права участвовать в гонках вообще, то есть нам будет открыт только аркадный режим, а карьеру мы не сможем проходить. Соответственно, нужно сначала заработать все вот эти вот лицензии, пройти тесты, испытания, прямо как при сдаче, в принципе, ну, обычных гражданских прав, водительского удостоверения. Так, ну что, приступим сразу с первого задания. Начальный разгон и остановка 1. Лицензия Б, она, в принципе, несложная. Простые задания. Но для тех, кто, особенно в то время, вот когда я начинал в нее играть первый раз, вот, даже мог с трудом понять, что нужно вот даже на этих лицензиях делать. Еще чем отличалась моя игра, это то, что она была японской версией, и, естественно, все было на иероглифах. Ничего прочитать было невозможно. И, включив первый раз вот эти, во-первых, долго понимал, что вообще от меня требуется, потом все-таки дошел вот до этих лицензий. И, ну, стал разгоняться, думаю, ну, что тут такое. Меточки вот эти вот с метрами отщелкиваются. Ну и благополучно пролетел вот это вот место. Так, ну не очень хорошо, рановато начал тормозить. Думаю, будет серебро, да. Так, введем свое имя. Да, кстати, зовут меня Скудер. Прошу обращаться ко мне только так, никак иначе. Ну, продолжим. Задание 2, в принципе, идентичное, отличается только другой машиной, более мощной. Это Mitsubishi GTO. Да, кстати, вот то, что перед заданием написано, вы, если кому интересно, на паузу там поставьте и почитайте. Ну, я думаю, это не очень важно. Все и так видно. Также разгоняемся до максимальной скорости. Вот. Ну и надо будет затормозить в той же области. Синий дело ключи-то. Оп. Так, ну посмотрим, да, успешно написано. Ага, серебро. Ну, пока что плохо идем. Так, ну повторюсь, кому интересно, здесь можно поставить на паузу и прочитать. Так, это уже другое задание, более сложное. Здесь уже надо будет пройти поворот. Это трасса Deep Forest. Дремучий лес по-нашему. Трасса, кстати, очень красивая. В те времена нам не очень нравилось. Красивый такой закат. Сама трасса озелененная. Очень красиво смотрится. Так, посмотрим. Здесь не надо тормозить на вот этих клетчатых квадратиках. Угу. Ну как, ровно идем. Все на серебро. Тут, кстати говоря, есть фишка такая, ну, вообще во всех частях Гран-туризма, ну, начиная вот с самой первой. Тут, если сдавать лицензии на золото, это, конечно, довольно сложно, но можно, как говорится.
если их, в общем, сдать на золото, то дают уникальные машины. Их больше никак не заработать. Они открываются только при прохождении лицензии на золото. Помню, я когда был маленький, играл еще на своей первой Соньке, я проходил на золото лицензию Б и А. Открывал, соответственно, две секретных машины призовых. И лицензию А International я всю на золото не смог сдать. Вот поэтому третью машину не смог открыть. Это TRD-3000GT была. Так она мне не давалась. Я ее смог видеть только в одном из чемпионатов. По-моему, Normal он называется. Стоковых машин. Как же мне ее хотелось заполучить. Ай-яй-яй-яй. Почти вынесла. Че? Остались на трассе. Заговорился. Да, сложновато. Говорить, комментировать и еще и ехать. Ну что, думаю, привыкну. Ну а тем временем продолжаем зарабатывать серебро. Ха-ха, интересно. Так вот насчет золота. Если хотите, то отписывайтесь под видео в комментариях. И можно будет пройти, попытаться заработать эти бонусные машины. Я постараюсь, если есть желание у вас. Так, это уже призрак трассы High Speed Ring, машина Mitsubishi FTO. Кстати, есть классная заряженная ее модель, вариация Mitsubishi FTO LM Edition. Смотрите-ка, опять серебро. Интересно. Так. И очень классная Mitsubishi FTO LM Edition. Одна из любимых машин в первой части Gran Turismo моих. Да, в детстве эта игра вызывала просто бурю эмоций положительных, естественно. Она впечатляла графикой прежде всего. И еще тем, что здесь машины, как сказать, были. В общем, здесь не было таких привычных суперкаров, которые вот были в Нитоспидах тех годов, Феррари, Порше и прочих. А здесь были машины, которые можно было встретить на улице города. Опять серебро. И это вызывало просто восторг. То есть, проходя задание и покупая машины здесь, мы говорили: о, помнишь, мы видели такую машину вот там-то на площади стояла. Вот, когда я, помню, впервые увидел Mitsubishi GTO во Владивостоке, я просто в восторге там, ну, буквально кричал. Мы с другом ездили туда, вот, и я просто вопил: смотри, смотри, Лёха, GTO-шка, GTO-шка, она была красного цвета, 92-го года, это еще слепая, с открывающимися фарами, она просто обалденно смотрелась. Мы подошли тогда к ней, ну, она была припаркована, и в ней никого не было. Мы ее буквально, ну, прям разглядывали несколько минут, заглядывали в салон, пытались рассмотреть спидометр. На спидометре у нее было 320 км в час, это умопомрачительная вообще цифра. Вот, и, конечно, был восторг щенячий просто. Ну и много еще было таких моментов. Toyota 4R, помню, первый раз, когда увидел у нас в городе. Тоже очень эмоций много положительных ощутил. Так, тем временем мы подходим к завершению Super Boss. Это 8-я лицензия. Задание — это полный круг по трассе High Speed Ring на машине Mazda Roadster. Ну, посмотрим. Что? Ох ты, отлично, первое золото. На последнем задании получили золото, ну это вообще прекрасно. Так, и вот, долгожданная лицензия B получена.
Получив ее, мы открыли, ну, самые, так скажем, простые чемпионаты. Их где-то, да, их 5 штук. Ну, я думаю, надо сразу заработать все лицензии, пройти все задания и тогда приступать только к прохождению чемпионатов. Я думаю, стоит, ну, в общем, делить видео на по мере прохождения лицензии, то есть вот, класс Б мы прошли. Я думаю, сейчас мы попрощаемся с вами и встретимся за прохождением лицензии класса А. Ну, в общем, все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Еще раз повторяю, комментируйте. Мне это очень важно. Я начинающий летсплеер. Вот, комментируйте, что я говорю. Может, что-то не так как-то. Вот, может, что-то хотели бы услышать. Вот, как о именно о прохождении. Что думаете? Вот, подписывайтесь. Мне будет очень интересно, важно. Вот, и повторяюсь, мы будем вместе с вами расти. Ну, все. Еще раз спасибо, что смотрели. Пока-пока. Встретимся в следующем видео.